Алло. Алло, да. Алло, да. Здравствуйте. Это информагентство «Версия» беспокоит. Вот говорят, что вы вместе с сотрудниками ушли на карантин из-за коронавируса. Ну, у нас это, у нас возникла проблема. Тут, ну, как бы общественный помощник, с которым мы 2 дня контактировали, попал в больницу. Пневмония еще пока нет, а результаты сегодня или завтра будет этот результат. Но мы боимся просто сейчас перезаражать людей. Это вот помощник ваш, да? Он ну, с кем-то контактировал или он сам заразился? Ну, мы все не знаем. Нет, ни с кем то не контактировал. То есть его он госпитализировал, да, его с пневмонией? Да, он госпитализирован, да, и поэтому мы решили, что мы сохраним всех. А на сколько, на какое время ушли на карантин? Ну, там, вот он сейчас даст нам, ну, какой-то результат теста. После этого мы сдаем тоже тесты, если положительные, да, сдаем тесты, и потом на 8-й день еще должны сдать тесты. Вот. А если у него, а если вот у него не подтвердится... Если не подтвердится, уже... то тогда все нормально. Будете, да, в карантин. А когда ему результат должен сказать? Ну, завтра, наверное. Завтра, да, по идее. Вот мы сегодня это... Куча всего. А сколько лет этому помощнику вашему? Я в районе 40. Около 40 лет. Ой, ну, ведь в районе... Да, в районе... Не 40, а больше 40, в районе 45 вот так. 45 лет. То есть у вас как бы все работает. Написать, что ли? Ну да, да, вот пишут, что уже начали писать, поэтому как бы подтвердить начали нет. Писать? Но мы просто смотрим, вы нам мероприятие прислали, а потом его ну, написано, что перенесли. Поэтому как бы сразу удивились, почему. Ну да, тогда я не переношу, а тут перенесла. Ну вот просто мы боимся. Это из-за того, что мы просто, как бы, ну, не знаю, ответственные, наверное. Вот. Если вдруг, то лучше уж, чтобы никого не заразить, не дай бог. Понятно. Хорошо, ладно. Спасибо. До свидания. До свидания.